Молодежь, пожалуйста, узнайте о дальнейшем. Биле турган нерсе 39-чү жыл кылы эсепке алганда бизде Кыргызстанда 1,250,000 калк болгон. Аны 41-чү жылы согушка 600,000 жеткенден 380,000 кайтып келбеген. Карасам, полная половина. А если до этого 24-чү жылы Кыргызстан 39 миллион, значит меньше миллиона, где-то 800-600 калк болгон. Ошол халк мындай мамлекетти статус алгандан кийин это же мы великий халкбыз, ошону никогда не надо забывать и ведите себя достойно, пожалуйста. Ура! Биз дагы аябай толкундан өтүп кетип атабыз, атабыздын кыял эле
Бессмертный полк на тысячу. Станислав Асалам, біздің атамыздың қиялы, біздің қиялдарымыз еді, қиялдарымыз орындалып жатыр. Атамның қыздары, неверелері, шөберелері менен бірдікте, мына қырғыз елі менен бірдікте бессмертный полк деп атамыз. Қырғызстан салам, барлық аманшылық, тыныштық. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25,
трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.